Товарищ генерал, я все понимаю, недобор. Но у меня ж тут не психбольница, кого вы мне присылаете? Есть подождать до выборов. А вы сегодня будете? На больничном? Ну, выздоравливайте. Заходите! Здрасте! Да, щенячий патруль в полном составе. Многое лето... Да что ты завываешь? Привет, начальник, чё вызывал, а? Во-первых, не начальник, а товарищ майор. Во-вторых, вам лично я запрещаю употреблять слово «вызывали». А в-третьих, что это за внешний вид? Дольче Габбана. Ну, нам сказали, что форму выдадут нам только на следующей неделе, а пока сказали свою максимально приблизить к полицейской. Да, приблизили, так приблизили. Это что такое? Манитола. Чья? Давай 500 твоя будет. Я спрашиваю, чья магнитола? Это из нашего патрульного автомобиля. Сами понимаете, ситуация в городе сложная, стрёмно его так оставлять. Кадила вам зачем? Это исключительно для самообороны. Для какой самообороны? Ну как же. Для этого у полицейских есть оружие. Оружие нам не дали, сказали палевно. А у меня оружие осталось с прошлой работы. Значит так, кляп, наручники, дубинка кое-какая. Какая? На батарейках. Значит, у меня там еще есть что? Клофелин. Что? Ой, нет, это спаза прошлой работы. Так, значит, хлородий для Семенны от давления. Вот, кстати, по Семеновне. Семеновна, мне докладывают, что вы не отвечаете на запросы по рации. То есть вы согласны? А, да нет, начальник, здесь надо по-другому. Семеновна, включи аппарат! О, служу Советскому Союзу! Ну, теперь понятно, почему она в рацию не отвечает. А, ну, если понятно, я отключаюсь. Семеновна, включите, я не закончил. А я батарейки экономлю. Семеновна, включите и послушайте. Ну, снимайте вы этих ваших котов с деревьев, бог с вами. Ну, зачем вы потом их всех тащите в отделение? У меня уже как в цирке воняет от ваших котов. Я этих котов... Да я про котов, не экономьте вы ваши батарейки! Так котиков же нельзя в квартиру. Почему? Соседи вызывают полицию. Мы приезжаем, и замкнутый круг получается. Так, Семеновна, завтра же, чтоб твоих котов в отделении не было. Фу. Семеновна, сегодня же убери котов. А может, это и не коты вовсе делают? Теперь по вам. Отставить сосать! Леденец на работе! Не, подождите-ка, что значит отставить? Вы же сами говорили, что леденцы нам положены по инструкции. Леденец на нашем сленге – это жезл для остановки транспортных средств. А знаете, что на нашем сленге обозначает жезл? А ее леденец лучше работает. Она его, когда из рота вынимает, 6 полос останавливаются посмотреть. Вот это что за самодеятельность? Это средство для установки любых транспортных средств. Человек останавливается, водитель сразу выходит из машины, становится на колени, целует крест. До такого уважения к полиции отродясь в этой стране не было. А поборы как увеличились, эти пожертвования. Какие пожертвования?
абсолютно легальные, вот. Все записано, кто кому чего. Товарищ начальник, мы тут в стране такие порядки наведем. Ты страну не узнаешь. Не надо меня пугать. Вы понимаете, с тех пор, как вы заступили на патрулирование, раскрываемость упала в два раза. Ой, только не надо вот это вот наговаривать. Вот этих руках ничего еще никогда не падало. Да, батюшка? Начальник, просто в органах сейчас наши работают, а своих сажать западло. У вас телефон. Алло. Какая нахрен агент Кирилловна? Это меня! Я сказала, что на этом номере буду. Это вообще-то мой номер. Да иди ты. Алло, Семеновна у телефона. Так, так, конец связи. Агент Кирилловна докладывает. В подъезд зашли один наркоман, две проститутки. Я прошу прощения. И овчарка без намордника из 17-й квартиры. Овчарка заминировала подъезд. Выезжаем на задержание. Уехали. Да какое задержание? У нас есть четкий план. А почем ваш четкий план? План по раскрываемости правонарушений. А вы его срываете. Вы должны препятствовать правонарушениям, а не создавать их. У меня вот целая стопка жалоб на... Семеновна, вылетишь со своими котиками! Котики протоколы изучали. Может, чего вынюхают? Вы вчера преследовали автомобиль. Где видеозадержание? Удалил от греха подальше. От какого греха? От ютубного. Какой автомобиль вы преследовали? Mercedes Maybach Limited Edition 6.3 турбокомпрессор. Кто был за рулем? Мой бывший шеф. А пассажиром? Ваш нынешний. А с кем он был? С моими бывшими коллегами. Теперь понятно, на каком больничном товарищ генерал. Кошмар. Начальник, можно присесть? Ноги затекли. Садитесь. Спасибо. Вы с ума сошли? Встаньте! Спуститесь! Встаньте, то спуститесь. На ноги! На ноги опять. Да что на такое? Пол! Так. Где вы должны быть сегодня? Вы сегодня должны быть на Шевченко 8. Тю, а шо там? Там бордель, который работает под прикрытием массажного кабинета. Не-не, сегодня нереально в него было попасть, я звонил. Только на завтра смог записаться, на 17.00. Какое записаться? Вы должны были приехать и закрыть этот бордель. Мы закрыть бордель? Они что там оборзели? Пусть сторожей нанимают. Чего должна полиция приезжать закрывать этот бордель? Завтра мы стриптиз там танцевать будем, ага. Не, подождите-ка, я на свою бывшую работу не вернусь. Я могу вместо нее работать. Внедрите меня тайным агентом. На Сталинграда 36 что произошло? Да что, короче, нам позвонили, сказали, что из сауны очень громко матерятся мужики, но мы и выехали на воздержание. Задержание. Вы там были. Нам лучше знать, на что мы выезжали. Короче, мы с Семенной заходим. Да, понятное дело, выбрали меня, а Семену поставили на стрёме. Что значит выбрали? На вас была полицейская форма? Да ясен пень была! Мне что за нее еще доплатили. А вы, Семенна, как там оказались? Вы же на стреме стояли. Ну так она орала так, что я подумала, что это нападение на полицейского. Вызвала подмогу, а сама в бой. Захожу в сауну, там не видно ничего. Туман, я дубинку схватила и давай, давай, давай шарашить. Какую дубинку? Это я потом поняла, какую. Когда
хозяин на дубинке и сказал спасибо и закурил. Вы вдвоем как там оказались? Как же по-другому-то? Семеновна подмогу вызвала. Мы подъехали к этому борделю. Первым вошел раб Божий Череп. Что там было? Начальник, то, что там было, не для протокола. Но было весело и необычно. Вы понимаете, если начальство узнает, вас вытурят из органов. Ой, знаете что, я за эти органы не держуся. Ну, в смысле, я держу... Ну, короче, вы поняли. Если бы вы знали, кто там парился, вы бы вот так вот не говорили бы. И кто? Водитель и пассажир автомобиля Mercedes Maybach Limited Edition. Господи, ну почему все идиоты в одном отделении? Не надо на меня смотреть! Кто допрашивал Иванова? Я. Мне докладывали, что вы показания из него выбивали силой. Бесовская клевета. Да? И когда вы с ним встречаетесь в следующий раз? Через 9 и через 40 дней. Кто допрашивал Акопяна? Та ясен пень кто? Почему так долго? Так а шо, он же допрос продлил. Так, ладно, главное, что он раскололся. А расколол-то его я. По принципу, плохой, хороший полицейский. Это как, она была плохой, а вы хороший? Нет, там хороших вообще не было. Сначала череп ему настучал по черепу, а потом я говорю, слышь ты, фраер, если ты сейчас сявола свое не раскроешь, еще и кадилом по кумполу получишь. И что, после этого он сдал всех подельников? Нет, это уже котики мои постарались. Они ему в уши нас... Так, Семеновна! Семеновна, включи на максимум. Я тебя уволю с твоими котами! Ну вот и отмучилась. Далеко дорога. Да рано еще завывать, завыватель. Семеновне нужно нежненько. Ой, вспомнила. Слышь, начальник, а перед тем, как в человека стрельнуть, надо обязательно предупредительный воздух сделать. Ну, по инструкции, да, но ситуации бывают разные. А, у меня как раз ситуация разная. Семёна, ты чё? Ты куда? В собес. Они мне пенсию неправильно насчитали. Семёна, стой! Стой! Семёновна, остановись! В этом исчадии ада лишнее кадило не помешает. Пойдём! Заходите! Открыто! Здрасте! Здравствуйте! Муж на час вызывали? Да, проходите, пожалуйста. Это самое. Ну, показывайте, где ваш кран текущий. Будем чинить. Вы знаете, а ничего чинить не надо. Я вас для другого вызывала. Не-не-не-не-не, гражданочка, сразу нет. У нас серьезная контора, мы это принципиально, в общем, нельзя. Не, вы как бы да, но нет. До свидания. Нет, мужчина, нет, вы неправильно все поняли. Я вас совершенно для другого вызывала. А, да? Вы проходите, сейчас сами все поймете. А, хорошо. Куда по помытому? Вообще обалдел! Ты эти полы мыл? Конечно же нет! Потому что у тебя руки из одного места торчат! Женщина, у вас все в порядке? Конечно! Я сейчас с мужем разговариваю. А-а-а. А он где, спрятался, да? И выскочить в самый неподходящий момент. Да? Мужчина, ну что вы, нет, вы и есть мой муж. Я-то? Да, да.
Смотрите, мы 2 года живем раздельно, в разводе. Ага. Вот, ну и я вызвала мужа на час. Может, вам лучше не мужа на час, а психиатра минут на 15? Ну, помогите, пожалуйста, а я вам хорошо заплачу, вот. И ничего чинить не надо. Это все мне? Да. Ну, ладно, давайте. Ага. Давайте. Начинаем? Давайте. Где ты шалялся? Скотина такая! Ты видел, сколько время? Ты почему так поздно пришел? Сразу! Это вопросы вообще не ко мне, это к диспетчеру. Нам как заявка приходит, мы сразу в работу ее. Слушай, ну при чем здесь вы и ваш диспетчер? Ну я же сейчас с мужем разговариваю. С кем? С мужем. А, да, 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 извините, я не успел переключиться. Можно еще? Я говорю, где ты шлялся? На работе. Ну что вы, мой муж никогда не работал. Наоборот, пахала только я. Поэтому вы скажите, что вы бухали со своими друзьями-алкашами. Я вообще-то не пьющий. А вы выпейте. Ой, пожалуйста. Я вообще... А вы пейте. Одну секундочку. Ну, давайте. Ой, извините. Нет, что вы, очень хорошо. Продолжайте. Да? Да. Где ты шлялся, говорю? А не твое дело. Замечательно. Так. Я шлялся со своими дружками, алкашами. Понятно, с кем конкретно, ну? А с кем конкретно он бухал? Да кому угодно, перечисляйте просто. А, да, да. С кем, с кем? С кем? С Ивановым Иваном Ивановичем. Ясно. С Петровым Петром Петровичем. Понятно. С Сидоровым Сидором Сидоровичем. Мужчина, ну вы можете хоть немножко подключить фантазию. А, сейчас. С Луценко Юрием Витальевичем. Извините, но мне кажется, вот тут вы уже перегнули. Извините, у меня просто в первый раз вот это все. В первый раз? Да. Боже мой, а это еще интереснее. Давайте продолжим. Да, давайте. Но! Ничего не замечаешь, нет? Посмотри внимательней. Или ты своей башкой можешь только бухать? Полочка неровно прибита. Сейчас я ее починю. Да, мужчина, какая полочка? Вы смотрите в корень вопроса. Где цветы, зараза? Что ты смотришь на меня? Или ты забыл, что сегодня 8 марта? Ой, дурья моя башка. А я еще думаю, что так много денег. Это на цветы, я понял. Мужчина, нет, 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 что вы. Никаких цветов, никаких подарков, никаких оправданий. Наоборот, пожестче со мной, пожестче. Извините, но как-то сложно это все. Давайте я вот полочку вам поправлю и пойду. Да не надо трогать эту полку. Тем более она мне об этом козле напоминает. Хорошо, давайте я просто верну деньги и пойду. Мужчина, ну поймите, ну, мне очень надо. У меня уже 2 года не было скандала. Вот. А хотите, я вам еще доплачу, а? Да не надо, если 2 года не было, то... Доплачивать не надо, я и так все. Спасибо большое. Да, ну что, давайте, что ли, скандалить? Так что ты? Не помнишь, да? Что сегодня праздник? Не помню. Конечно, забыл. Забыл. Ты постоянно забываешь. И про нашу годовщину ты забываешь. Да. Про день рождения мой. А? Вот когда у меня день рождения? Давай, вот когда у меня день рождения? А кстати, когда у вас... Да любое число называйте, вы все равно не угадаете. А, да, да. Ну? 6 июля. Правильно. Как? А как вы так угадали? Просто у меня 6 июля. Правда? Да и у меня. То есть у вас там в один день? В один день. Вы что, оба раки, что ли? Слушайте, это получается, мы по этому поводу не поскандалим, что ли? Ну да, получается, что нет. Очень жаль.
Ну, хотите, я начну. Я же все-таки мужчина. Как я редко это слышу. Как вас зовут? Виктория. Виктория. Ну, называйте меня курица или коза. А как же можно женщину курица или коза? Не знаю, мой бывший всегда меня так называл. А еще присвистните! Эй, курица или коза? Мужчина, ну нет, ну это слишком мило. Да. Вы агрессивней. Эй, курица! Иди сюда! Чего смотришь? У вас очень хорошо получается. Вот и у вас должно получиться лучше. Да. Хорошо, вы представьте того, кого вы не любите. Ну, есть же, кого вы терпеть не можете, ну, там, на работе. Бухгалтерша наша, Клара Родионовна, зарплату мне все время задерживает. Вот, вот и представьте, что я — это она. Что ж вы, Клара Родионовна, задерживайте мне зарплату. Ах ты, гадина, давно хотел тебя удушить. Вы я что? Работаю, работаю. Вы что? Извините, я... Не надо, а то я так могу и до кульминации дойти. А давайте ограничимся. Курица или коза? Курица или коза? Кобель! Кобель? Ты где был? Небось, у Ленки сосрать. Нет, нет. Да-да-да. Да, да, у нее я был. И что вы там делали, а? Да что? Да. Говори. Ну, полочку прибил и пошел к любимой домой. Мужчина, какая полочка? Вы что? Вы наоборот ее... Все, все, понял. Я ее... Что? Это, обнимал я ее. Да. И целовал. Да? Что еще? Говори, говори, молчи. Я слушать тебя не хочу. Так, говорить или не говорить? Я с тобой не разговариваю! Пу-пу-пу! Мужчина! Мужчина! Вы что делаете? Я просто подумал, пока вы со мной не разговариваете, я полочку поправлю. Да боже мой! Бросьте вы эту полку! Вы что, не видите, что я уже на пике скандала? Ой, простите, я не понял. Давайте продолжать, я готов скандалить. Как мне все это надоело, эти твои измены! Эти твои пьянки! Секундочку! А вот бой, это как бы за мой счет, или... Нет, что вы, это входит в цену. А, тогда пожалуйста. Эти твои пьянки! Эти твои постоянные... Секундочку. А можно и мне? Конечно, берите. Спасибо. А вот просто хотел уточнить, если я бью, то тоже не считается... Мужчина, считайте, что у вас all-inclusive. Я люблю all-inclusive. По вам видно. Спасибо. Давайте. Ну, дура! Импотент! Вообще-то, немного обидно. Ширтрест? Даже не знаю, что более обидно. Хорошо. Бабник! Бабник, хорошо! Бабник! Истеричка! Это была любимая мамина ваза. Ой, боже мой, простите меня, пожалуйста, я сейчас все заклею. Я сейчас, у меня суперклей, я сейчас... Да нет, что вы, мужчина, вы наоборот, вы были таким, таким... Мне очень понравилось. Да. Давайте продолжать. Давайте, давайте. Козел! Дура! Да, граждане, полиция города Киева, что вы тут устроили? На вас соседи жалуются. Да я... Меня муж бьет! Мужчина, мужчина, вы знаете, что это хулиганка? Это не я хулиганка, это она хулиганка! Я?
Да я и не муж ей вовсе. Что? Да она заплатила мне. Мужчина, не переживайте, он тоже проплаченный. Продолжайте, у вас очень хорошо получается. Давайте, смелее. Рот закрой! Так, мужчина, что вы себе позволяете? Прекратите. И ты рот закрой! И вали отсюда, легавый! Да что вы себе позволяете? Я офицер при исполнении. Чего ты тут исполняешь, а? Что ты исполняешь? Вы ничего не исполняете, вы только ездите мигалками, мигаете и бензин казенный жжете. Ну, знаете, это уже перебор. Между прочим, у меня камера все записывала, и я вас закрою на 15 суток за оскорбление офицера. Ты рот закрой на 15 суток. Ты я понял? Тебе сейчас... Что? Потерял. Я потерял. И я и тебя запалил. Сюда. Давно хотел это сделать. Вы знаете, мне кажется, что про 15 суток он не шутил. Так он же проплаченный. Это не он. Так, Я тебя дождусь. Я пойду извинюсь. Ну что вы, давайте продолжать. Где твой телефон, скотина ты такая? Сейчас мы узнаем, кому ты там трезвонил. Начальник ЖЭКа. Кто такая это начальник ЖЭКа? Это начальник ЖЭКа. Ясно, шалаву так назвал, да? Я... Женьку! Знаешь что, это... мне все это уже надоело в конце до концов! Все! У меня вот тут все твои измены, я ухожу к маме! Что ты делаешь? Черт, нам только телефоны выдали! Ё-моё! Работает. Алло, алло, Тамаровна, слышишь, это, можешь занести в черный список 86-ю квартиру по Приречной? Не, кран не течет, тут крыша течет у хозяйки. А, давай. Простите, пожалуйста, это я перегнула, да, с вот этим уходом? Честно говоря, да. Но... Весь своего отца! Все вы одинаковые, вся ваша семейка. Мне вот говорила мать, не выходи замуж за этого Пердунова. Мужчина, что вы смеетесь? Извините. Что такое? То есть я еще и Пердунов? И поверьте, я тоже. Виктория Пердунова. Мне кажется, что Пердуновы должны ссориться как-то по-другому. А как? Ну, как-то... Слушайте, у меня родилась потрясающая идея. Да. А давайте вы вызовете кого-то, ну, из ваших напарников, кто подыграет вашего отца. Вы знаете, когда его отец приходил, мы так скандалили. Ну, вообще-то, Петрович сейчас в машине. Зовите его. Сейчас, секундочку, если сработает. О, Петрович, а ну поднимись в 86-ю. Сейчас. А это тоже за деньги? Да, да, конечно, пожалуйста. Отлично, сейчас, секунду. Давай. Ну... Что тут ремонтировать? Петрович, тут ремонтировать ничего не надо. Тут надо подыграть. На. Ага. Ты же говорил, на работе нельзя. Да, нельзя. Но в данном случае даже нужно. У гражданки 2 года не было этого скандала. Понял. Петрович, ты чё? Что вы? Его отец именно так и приходил. Одну секундочку. Вот, одеколон. Понимаю. Не-не-не-не-не-не-не. Пейте. В себя. Петрович, если ты не хочешь, ты можешь отказаться от этой роли. От таких ролей не отказываются. Сначала он пил одеколон, потом он рычал, как медведь. А потом его тошнило прямо в коридоре. Давайте, тошните, пожалуйста. Сейчас организую. Петрович,
давай не здесь. Иди, доиграй на улице. Ну, до улицы не додержу, но подъезд я сейчас обыграю полностью. Петро... Извините, пожалуйста, я не да думал. Да нет, что вы! Мне так понравилось! Спасибо вам огромное! Пожалуйста. Ой, у меня такого никогда не было. А хотите, хотите, я вас борщом накормлю? Я борщ сделала специально для вас. Вообще-то после Петровича аппетита не особо. Борщ с пампушками и с чесноком. А, ну вообще-то это мое любимое блюдо. Мама да. часто готовила. Присаживайтесь. Ой. И спасибо вам большое. Вы мне, ну, так помогли. Пожалуйста. И вам тоже спасибо. Куда? Немытыми руками, зараза! Гости еще не пришли, а он все в рот тянет! Так, все. Хватит! Хватит этих скандалов! Этих придурочных психов! Вот ваши деньги. Найди себе мужа не на час, а на всю жизнь. И нормального, с башкой. А ты... Блин. Не, пожалуйста, не уходи. Не уходи, я прошу тебя. Не уходи. Уходите, уходите. Не уходи, я прошу тебя, не надо. Я все прощу. Что простишь? Я ничего не сделал. Короче, отстань от меня. Пашка! Я Витя! Алло, алло, мамочка. Мамочка, он снова приходил и снова скандалил. Он меня оскорблял. Говорил, что я вся в тебя. Я не знаю, что делать. О, явился, не запылился. Давай, прощения просить будешь, пожалуйста. Вообще-то я за чемоданом. Ну и забирай все свое шматье и проваливай в свой дурацкий Вольнянск. Вольнянск? Как ты могла выйти замуж за Пердунова из Вольнянска? Пшёл вон! И пойду. Алкоголик! Ага. Бабник! Ага. Полочку нормально прибить не можешь! Что ты сказала? Криворукий! Вот! Я? Иди сюда. Иди сюда. Боже мой! У меня еще никогда не было такого скандала. Это у тебя не скандала не было. Это мужика у тебя нормального не было. Иди сюда. Сюда иди. Ну-ка за мной. Ходи давай. Так, а я вот так вот. Так, а вот так. Алло, Жек. А, так. Да. Шевченко 3, а, что там у вас? Трубу прорвало. Ну, выехала к вам бригада уже, да. Два дня назад выехала. Ну, в пробке, значит, стоит. Вы видели, какие в Киеве пробки из-за того, что мы трубы меняем? Да, все, хорошо, ждите. Счастливо. А вот я. Отбой. Алло. Шевченко 3, да я же вам сказал. Едут к вам уже, да. Все, ждите. Приехали? Заехать во двор не могут. Почему? Какие-то дебилы двор перекопали? Кто? А вот тебе. А, мы? А, короче, сейчас приедет другая бригада, закопает вам все, и эта бригада заедет. Понятно? Все, счастливо. И вообще, звоните в Укравтодор. Отбой. Да что ж такое, поиграть нормально не дадут.
Алло, Шевченко 3. Выехала к вам бригада, ну едет уже. Ну, потерпеть не можете день, два, три, четыре, пять? Не надо так спешить, чтоб губы не обветрились. Шевченко 3 само к вам приехала. А, не, мы просто вернулись сейчас за инструментом, поэтому... Ага. Так а где ж инструмент? Инструмент в магазине. В магазине, да. Ой. Стоять! Никто никуда не уйдет, пока у меня не появится вода. Ну, рассказывайте, почему это мы не едем на Шевченко 3, а? Нам наш шеф сказал без него ничего не делать, потому что мы рукопопы и все там напортачим. А ваш шеф не дурак. А где он сам? Ушел. Далеко? В Испанию. В отпуск. Ух ты, а неплохо он у вас зарабатывает. Он там удачно новые трубы какие-то продал. А, это не надо было говорить. Нет. То есть это вы все сами рукожопы натворили, да? Да, нет, мы выполняли распоряжение мэра. Четко шли по его программе. А, то есть это программа мэра? Да. О, тогда и мы пойдем по программе мэра. Только не по этой, а по той старой, в которой у него все получалось. Сейчас. Это... Сейчас я буду задавать вам вопросы и ждать на них правильных ответов. Ух ты, викторина! Ну да, викторина. А если вы будете давать неправильные ответы, то вы будете получать... По баллу? И по баллу вы тоже будете получать. Ну что, готовы? Ну такое. Тогда первый вопрос. За что? Это гонг. Во всех таких передачах есть гонг. Итак, вопрос номер один. Ага. Почему я все лето моюсь холодной водой? Закалялись. Неправильный ответ. Твой вариант? Я думаю, потому что у вас не было горячей воды. А ты хитер. Да, поэтому я старший сантехник. Ну что ж, тогда вопрос тебе. Почему у меня не было горячей воды? Закончилось! Ну, теперь твой ответ. А скажите, в этой замечательной игре есть переход хода? А ты молодец. Ну, допустим. Тогда отвечает мой коллега. Ну... И как вы мне предлагаете мыться без горячей воды? В речке. Вариант Б, вариант Б. Хм, ну ладно, вариант Б. Умные люди поставили себе бойлер. Да. Ты меня сейчас тупым назвал, да? Да. Вообще-то я поставил себе бойлер. Но он же не включается. Так это в розеточку надо было его в это... Ты меня сейчас тупым называешь? Нет. Я все включил. Но у нас же света нету. Как? Потому что какие-то придурки рыли трубы и повредили главный электрокабель. Так это не мы, это облэнерго. Ну за что? Просто ненавижу слово облэнерго. Ну я им дозвонился. Да вы что? Да, и они даже приехали. Серьезно? Только во двор они не смогли заехать. Знаешь почему? Почему? Потому что весь двор нахрен перекопан. Да, мы же всех предупреждали. Да. Мы на подъезде повесили объявление, что будет вестись плановая замена труб. Так а что ж вы ничего не сделали? Как ничего не сделали? Мы поменяли трубы. Старые достали, новые засунули. Только вот когда мы новые засовывали, мы их экскаватором повредили. Так а чё ж вы не поменяли их? Мы хотели поменять, но просто кто-то новые трубы продал. Короче,
пропали у нас трубы новые. Ага. И мы решили старую туда засунуть. Но если засунули, что ж вы воду-то не включили? Как не включили? Мы сразу дали максимальное давление. Труба старая не выдержала. И как? Бах! Блин! Ё-моё, я теперь понял, почему у меня 3 дня фонтан шпунделяет. Фонтан? Mm-hmm. Поющий, как виница. А кто на открытии пел? Слушай, чувак, я устал, давай сам, а? А так можно, конечно! Да? Конечно! Круто! Я теперь понял, что ты старший. У меня один вопрос. Ничего, что я без перчатки? Вот хуже уже. А что вы вообще туда полезли, если все работало? Да как же! Мы выполняем распоряжение мэра. Улучшаем качество воды. Ах, вот оно что! Понятно! Слушай, у меня как раз есть вода из моего крана. Ну и как? Улучшили? Мэр сказал, что вода соответствует сантехническим нормам. О! А мэр врать не может? Нет, наверное. Ну тогда пей! А может, я лучше еще раз? Не-не-не-не-не-не, это слишком просто. Давай, пей. А может, ее сначала через марлю процедить, а? Это она после угольной фильтрации. Давай. А если я помру? Самое страшное не то, что ты помрешь, а то, что тебя даже обмыть после смерти не получится. Пей давай. Все, успокойся, старший, успокойся, на, водички попей, расслабься. А ну стой! Опять без меня бухаете? И опять какой-то швордяк, но... Сейчас попробую. А не, в этот раз что-то благородное. Кто такой? Работать у нас собираешься? Я-то? Нет, я у вас ничего тут не собираюсь делать. Нашего полку прибыло. У нас тут никто ничего никогда не делал. А вы, простите, кто будете? А я главный бухгалтер. А что, какие-то проблемы? Подождите, это вы платежки выписываете? Ну, я шо. Та-ра-да-да-ра-да-ра-да-рам. Та-ра-да-ра-да-ра-да-рам. Вас-то мне и нужно. Ты закончил, танцор, а то мне на обед пора. Я быстро. Вот это вот, посмотрите, пожалуйста, что такое? Это счет за воду. За какую нахрен воду? За нахрен холодную и нахрен горячую. Откуда я знаю, какую ты себе воду нахрен льешь? Я, знаете ли, никакую нахрен себе не лью. Ни холодную, ни горячую. У меня нахрен никакой нету. Ой-ой-ой-ой. Что? Какая досадная ошибка. О-о-о, вы еще и признаете свои ошибки. Ура, что-то изменилось. А вот теперь правильно. Что это? Ну как что? Налог за лишние квадратные метры. За какие-то нахрен лишние? В 36 нахрен общих? Вы чего, ЖКХ? Вообще офонарели? Все, до свидания, ЖКХ. Меня больше не существует для вашей структуры. Я тебе завтра пришлю дубликат. Со штрафом за просроченный платеж и за порчу документа. Понял? Нет, ЖКХ, это ты не понял. Я больницу победил, я долю кабель победил, я Укравтодор победил. И тебя, ЖКХ, победю.
Или правильно, побежу. Как правильно, никто не помнит. А? Никуда ты не побежишь. Ох, слышь. Нет, меня так просто не возьмешь. Что, подвела старенькая труба, да? Да не, вроде новая. Старая вот. Старые крепче. Ой, ЖКХ он надумал победить. В нашей стране ЖКХ непобедимо. Эй ты, быстрее вставай, ищи напарника. Берете это тело и заткнуть фонтан на Шевченко 3. Немедленно! Ну, Бэмби, конечно, олень. Блин, ну, блокбастер, ё-моё. Вася! Вася! Чё? Чё ты сидишь, а? Через час выходить в школу, а ты ещё в трусах. Это мне ещё повезло, что у меня эти трусы остались. А так бы их пришлось в эту школу на шторы сдать. На какие шторы, Васенька? На невидимые. 11 лет собирали деньги, а шторы никто не видел. Васенька, давай сходим в последний раз. А ты уверена, что последний? Вася, это выпускной вечер у твоей дочери, понимаешь? Не люблю я выпускные. Без меня идите. Вася, мы уже сдали на спиртное. С этого надо было начинать. Где моя рубашка? Где мои штаны? А, рубашку не надо, у меня майка почти чистая. Мама! Васенька, а ты не хочешь посмотреть, в каком платье на выпускной пойдет твоя дочь? Да мне какая разница, я деньги на спиртное уже сдал. Ты же знаешь, мне главное, чтобы не голая. А, слушай, а что должно быть прикрыто, чтобы ты сказал не голая? Валюха. Я человек современный. Ага. О. Не ханжа там какая-нибудь, правильно? Ну, если у него вдруг там юбка будет, ну, чуть выше колен, ну, вот как у меня трусы. Ага. То, ну, пускай раз в жизни оденет. Праздник все-таки, правильно? Мама, ты папу предупредила, подготовила? Что? Доченька, тут как с пластырем. Надо срывать резко. Заходи. Что за пластырь? Что за шифры, ё-моё? Сейчас увидишь. Вот. Янка, твою мать! Извини, Валюха. Ты что, с ума сошла, что ли? Через час выпускной, а ты до сих пор в ночнушке ходишь. Иди одевайся, ё-моё, дочка у меня. Папа, это мое выпускное платье. Смешная шутка. А теперь иди, давай, переодевайся. Папа, ну это действительно мое выпускное платье. Ну, верх платья я вижу. А низ где? Иди ищи низ платья. Ё-моё. Папа, это все платье. Что, серьезно? Тогда я не понимаю. Что с ним случилось? Что, собаки во дворе подрали? Папа, рваное сейчас модно. Серьезно? Мать, вот это ты дурочка. Что ж ты мне носки-то заштопала? Ты же их сделала не модными. А платье, которое у тебя рэпнуло, помнишь, когда ты за колбасой потянулась? Нафига ты его зашила? Ёлки-палки, оно ж только начало стать быть модным, а ты его крестиком. Все шутки шутишь, Вась. А я не шучу. Сначала вот эти ваши трусы в попу. Вот что они прикрывают? Что они вообще обогревают? Как? А теперь целое платье и туда же? Давай ищи, там где-то должна быть змейка, чтобы ты ее вжик, и у тебя нормальная юбка вывалилась. Папа, здесь есть змейка, только вжик, и платье станет короче. Еще короче?
Куда, короче? Папа! Ай, короче! Вот мать твою хотя бы взять. На выпускной, не знаешь, какое красивое платье было? Это ж красотища! Там ящик водки под полами можно было пронести. Я, знаешь, пронесла. Ты видела бы, как ее все провожали. Как все плакали. Трудовик с физруком на коленях стояли, умоляли, чтобы она на второй год осталась. Даже на третий. Вот именно. А ты вот это вот. Я ждал вам зарплатную карточку свою, чтобы вы пошли и купили нормальное платье на выпускной. А вы купили что? Косынку? Васенька, это такой фасон платья. Фасон? Да. Тогда вообще надо было не покупать платье, а просто прикрываться моей кредитной картой. Папа, это современный дизайн. Дизайн? Я бы вот этого дизайнера в этом платье вывел бы на улицу, хай бы его люди молотками по голове забили. Папа, ты просто несовременный, понял? Я несовременный? Смотри! Окей, Гугл. Окей, Гугл. А, блин, это от телевизора. Ё-моё. Валя, зачем ты целлофан содрала? Я теперь их путаю. Вот, смотри. Окей, Гугл. Кто самый красивый и самый современный? Вы Василий Петрович. Оба-на. Папа, то, что ты на диктофон записал эту фразу и постоянно мне ее включаешь, не делает тебя современным. Какой же диктофон? Вы Василий Петрович. Вы Василий Петрович. Вы Василий. Современный, я сказал, современный. Васенька, ты понимаешь, девочка захотела просто выглядеть красиво. Пойми. Это я понимаю. Я не понимаю, что ж тогда красивое платье не купили, а? Понимаешь, но это почти классический стиль, Вася. Серьезно? Да. Отлично, отлично. Тогда все, я готов, пошли. Ты так пойдешь? А что такое? Это почти классический стиль. Белый верх, черный низ. Не нравится? Пожалуйста, можно как на канале Fashion. Я готовая. Так ты хочешь? Вася, ты издеваешься надо мной, да? Это я еще издеваюсь? Это вы издеваетесь? Это ты во всем виновата, мать. Сначала вот эти вот джинсы, из которых трусы торчат. Потом лифчик просвещающийся. Ты что сказала? Все нормально, пускай идет. А теперь она вообще с катушек слетела. Ты хоть в трусах там? Папа, ты в трусах, я в трусах. Откуда я знаю? Может, это так модно сейчас, без трусов ходить? Папа! Что, папа? Что? Ты что, не понимаешь, у женщины должна быть загадка? А у тебя все отгадки видны. Васенька, смотри, вот есть ленточка выпускницы. Давай я аккуратненько ее вот так перевяжу и хоть что-нибудь да прикроет. А, Вась, смотри. Пускай, пускай, хоть что-то ее будет отличать от путан. Только неправильно ты одела. А, вот так вот одевай. Что ты делаешь? Чтоб ничего не отморозило себе. Тебе еще внуков мне... Кто там пришел? Люди пришли, а ты голая ходишь. Мать, иди ее одень во что-нибудь. Сейчас, подожди. Ё-моё, заходите. Здравствуйте. Мать, тут твою бижутерию привезли. Ты заказывала? Вообще-то я с вашей дочкой иду на выпускной. А, мать, отбой! Яна, это твоя страшненькая подружка пришла! Папа, это не подружка, это мой одноклассник! Здрасте. Ни хрена себе. Тогда у тебя появился конкурент в конкурсе «Королева бала». Тут у нас целый король быдла.
Ты вообще понимаешь, что ты наделал сейчас, а? Когда? Когда заходил в подъезд. Там же бабки после подъезда сидят с разорванным мозгом. Они же не понимают, что сейчас зашло, наркоман или проститутка. Я нормальный парень. Зовут Юджин. Юджин? А христианское имя у тебя есть? Дай сам догадаюсь. Иуда? Или ты вообще не крещенную? Я Женя. Мы с Яной. Ты мне лучше скажи, мать в курсе, что ты ходишь в ее шмотках? Это мой модный лук. Твой лук? Тогда стрелу спрячь, чтобы она у тебя не вылетела. Ты мне скажи честно, ты что, в карты кому-то проиграл? Или родители просто хотели сильно девочку? Ты хоть в трусах там? Ой! Мать, иди посмотри на голожопого Иуду. Ой, а кто там пришел? Здравствуй, Женечка. Какой ты оригинальный. Он не Женечка, он голожопая Иуда. Женечка, наш папочка сегодня не в духе. Он тебя не сильно обидел, а? Я не успел. Природа меня опередила. Васенька, Женя нормальный мальчик. Нормальный? Да. Единственное, что в нем нормально, это носочки белые и тапочки. Так сейчас модно. Да ладно, не прибедняйся. Так всегда модно. О, кстати, как вам платье Яночки? Это я его придумал. Правда? А, так вот, откуда ноги растут у этого платья. Там даже видно, когда она его одевает, откуда у нее они растут. И где срастаются. Скажите, круто. Угу. Прям шок. Я просто будущий дизайнер одежды, а вы первый ценитель моего таланта. Вот скажи мне, дизайнер, вот как ты сюда дошел вот в этом всем, так, чтобы ни один человек не подошел и не расквасил тебе рожу? Что же это за общество у нас такое безинициативное? Вы просто ничего не понимаете в моде. Ага. Поверьте, Яна сегодня вечером сделает фурор. Никому ничего она делать не будет. Даже не рассчитывай! Вот! Вот! Да это... Твою мать! Сразу вспомнил! Да. Это что, то же самое платье, что ты была на выпускном? Да, это мое выпускное платье. Помнишь, когда я была в нем, ты впервые признался мне в любви. Как это романтично. Это что, было на восходе? На восходе, деточка моя. Он уже был в Зюзю пьяный. Мы до рассвета с ней уже первый раз поссорились. Это я на эмоциях накидался. Короче, Янка, вот в этом платье можешь идти на выпускной. Только не с этим победителем битвы экстрасенсов. Ну, папа! Все, я все сказал. А вот в этом пусть идет. Вот. Мой костюм, в котором я был на выпускном. 30 лет ждал, пока я в него влезу. Так и не дождался. Васька, какой ты худенький тогда был. Чья б корова мычала. Му-му-му. Пап, мы, короче, пошли уже на выпускной, а то мы опоздаем. Давайте идите, мы с матерью вас догоним. Эх, Валюха. Время-то как бежит, а? Да, Вася, полчаса осталось, а ты до сих пор в трусах. Могу снять? Вася, ну там официальная часть. А давай как на нашем выпускном.
пропустим официальную часть, а? А успеешь? Ты ж меня знаешь, минутное дело! Валюха!